Тем временем почти 80% продаж автомобилей в Норвегии в прошлом году пришлись на электромобили. По планам норвежских властей к 2025 в стране не должно остаться автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сообщается, что на сегодня почти 4 из 5 новых автомобилей, проданных в прошлом году, были зелеными. Отмечу, что Норвегия – это мировой лидер по переходу на электрокары, которые заняли больше половины местного авторынка еще в прошлом году. Это, в свою очередь, объясняется доступной электроэнергией, высокими доходами населения, разнообразием рынка, а также тем, что власти стимулируют продажи экологичных авто.